Получается, я запустил, как бы по традиции, передаем привет Антону. Привет, Антон. Привет. Ну, в принципе, все, можно заканчивать стрим. Нашел, на английском все. Так. Разберемся потом. Не нашел? Не. Давай, смотри. Ладно. Взводы зашел, да? Вот зашел. Нажимаешь на взвод. И вот так. Прям под иконочкой, там у тебя кнопка должна появиться. Represent tattoo? Да. А, вот. Я готов. А ты... Я присоединился. Антон, до какого часа будет в работе? Не в курсе? Не знаю. А вы где? Я жду, пока кто-нибудь освободит место на машине там какой-нибудь. Я только загрузился. Ой. Дайте сесть. Поехали. Ну? Чё? Ну кто ты? Ой. Да уж. Мы проигрываем этот бой. Нужно всех Вали! Капчеры надо влететь! Ну, поехали. Молодцы! Цель Дрозд перешла к нам. Этот чел слева стоит на машине. На колесах, да? Не понимаю. Вот здесь, вот в этом доме. Где метки? И вот в этом доме тоже. Да? Нужно смотреть сюда. Да. Надо проверить. Я отряд. Сзади. В том же доме. Слева. Ага, я лежу. Вот в доме в этом же. Но если никто не шипит. Черт. У меня тут близко. Челик. Да, в смысле? Меня сзади стреляли из дома? Сань. Да, вот здесь. Лежит. Ой, в этом доме просто в углу лежит. А-а-а. Я же вышел из дома, там трое человек проходит. Давай. А у меня враг пробежал сквозь. Короче, туда дальше убежал. Ну. Блин, ну это вообще какой-то... Они просто бегают, шеф. Там еще один... Молик прикинули. Я знаю. Хорош, давай. Хорош, хорош. Еще один. Блин, закрыл. Да? Что происходит? Базука прилетела. Ой. Да меня с двух сторон просто. Ну, не, не с двух сторон, а... Две стороны надо смотреть почему-то. Ашку забирают. Я пытался. Ты пьяненький, что? Не включился. Я тебя подниму, кстати. Чистота. Если ты мне инфу дашь. Я никого не вижу, слабо. Можно не
Прикинь, и правда работает. Я обманул как-то. Не, а ты понимаешь, там дым лежит? Как он проходит? Ребятушки, вы стоите в том углу, в который он выходит, да, и он проходит просто сквозь них. Ёб твою мать. Фу, собрался, разобрался. Так. Можно самой покачать в каком-то веке. Качай. Так, подожди. Ты у нас... Ну, допустим. Шифт, ты там в одиночку, да? Да. Одинокий воин. Да, двое. Это двое. Пока на точке. У них антиэркос на базе стоит. А, сели в машину. Чё? Тут кто-то валяется. На Б кто-то... Ой, на Д кто-то бежит. На помощь будет. Да какие нахер гранаты? Да. Будьте осторожны, мы теряем цель. Трое. Понял. Так, я на тебя могу резнуться, шиф, или чё? Да. Я пока без этого. Сейчас. А где они конкретно? Есть информация? Нет, не могу сказать. Нет. Так. Ты где? На Д иду. В нашем, короче, вокруг нашего этого. Нет? А вот он ударил. У меня. На втором лежал шеф. Один. Хорошо. Убил второго? Да, вот в том доме. Под нами. Убил одно. Хорош. Еще, по-моему. Да. Еще одного убил. Ага. Он на втором. На первом. Все, больше никого? Вроде на втором был. Кто стреляет? Блять. Да, на втором. Вот он. У лестницы был. Убил. Хорош. А еще как будто люди. Нет, один только. Все, никого. Нормально, я тут раскидал. Хорош. Ты чисто на первое место вышел. Дурак. Так, что по карте? На А можно? Да, на А можно сходить. Можно. Они на Росай будут идти, или там захватываться? Только-только начало. Ну, только-только заканчивается, точнее. Ну, там двое, по-моему. Там танк? Наш, не наш? Осколками кого-то, обломкой, точнее, кого-то заваливают. Окей. Скорее всего, в ангаре они. Один вон там, за машинами, справа, шиф. По мне снайпер кидается, и да. не понимаю откуда пока. Забрал. Из кустов. Снайпера? Да. А справа чела? Тоже забрали. Да, походу. Вот как раз таки справа чела и забрал. Блин, не вижу. Тут что-то едет у них. Да. Ой. Там машина. Танк. Не попал. Убил пулеметчика на нем. Хорош. Да, на таком самолете, конечно, тяжело кататься.
На зенитке сидит Шиф, можешь его забрать? Метку дал. Секунду, я вижу. Не вижу, он задирал меня. Убил его. У меня вот здесь будет. Лежит вот здесь, да. У меня двое под мостом. Под мостом слева для тебя. Также слева под мостом. Вот тут двое нам, А, все понял. Справа на камне, тварь. Так, на кого можно тут? На нашего, да, можно, отлично. Цель захвачена. Хотел где? Там на камне. Двумя... Человек сидит. Да? Где? Блин, ненавижу эту игру. Да. Типа ресуюсь, а не ресуются. Ой. Это, ну когда в бою там кто-то сидит? На камне, да, там пулемёт. Вот там где-то, типа. Вот забрал его. Там еще один, на метку убил. Возможно, еще есть. Да, еще. Убил еще. Там идет по дороге. Вот там. Окей. Машина. Давай. Снайпер за машиной. С кем ты стреляешь? Да. А мы его кто снял? Шиф, по дороге снайпер. Смотришь? Да, там два снайпера. Танк едет. Не могу резать. Черт, меня убили. Блин, там опасно. Мне Титиас. Понял. Ой. Здесь за камнем есть один. Он в поле бежит. Дал тычку. Не вижу его. Вот здесь можешь посмотреть? Не надо. Где-то. Кто там? Тебя? Метку дал. Меня вот сзади уже. Может, нападем? Блять. Я куда угодно пойду. Не могу резнуться. Могу? Да, на. За домом. Он в доме. Я видел. На первом. Убил? Там двое. Да. Я второй убил. Я попробую поднять. Давай. За ящиками, вот. Я вижу. Подхил. Убили. Всех убили? Вроде да. Нет, есть же тут еще кто-то. Спасибо за доброту. Не, все, все, все. Вот один был только. Чего делать? Все. Вы ж полоску видите. Вот там приехала. Там снайпер. Там двое. Да, я знаю. Без снайпера одного. Один левее ушел? Да. А все. У тебя будет. Да-да-да, у меня. Так, я убил. А, вон там вообще вдалеко. Ага, нифига себе. Ага. И в упоре двое еще. Слева на дороге. СБ, да, кидает еще. Не-не, они близко на дороге уже. Там один или двое? А я вижу, под мост зашел. Двое было. Одного ты убил. Так, Сань, 4 секунды можешь? Одна. А сверху моста не проходит никто? Черт, там ползет, там убил, ползет. Убил, ползет. Зачем ты его под... Ну. Ворует твои очки. Еще один там. Штука... Кого? Где он? Да и убили. Нет, не убили. Убили.
Я не знаю, кто это. А, этот спойлер вообще. Поднять? Нет, он пасет. Вон, стоит шиф. Там. Про которого я говорил. Я думал, ты его смотришь. Ну, на будущее поднимай медика сначала. Справа. На. Да, он поменял свою позицию. Да, вижу, вот здесь. Спереди кто-то кидал еще? Да, вон. Не вижу его. Ага, вижу. Так, вот здесь. Другой, вот. Сань, ты... Вон там, Сань. Я попал, кстати, шиф два раза. Сань. Там. Целиться не могу. Я его не вижу. Ага, и там тоже. Пойдем. Мы должны prendre l'objectif à tout prix. Ага, вижу. Вот туда я стреляю. Убил. Одного. Хорош. А, точка. Теряем. Да? Да. Пойдем обратно. Мы на Б уже? Ну, на Б там много своих вроде. Да нет, не сказал. Уже нет, да? Сейчас. Сань, ну мы тебя пока кинули. Ну они... А, как быстро так занимают, я что-то не понимаю. Мы просто отрядом пошли. Мы только что захватили цель по кладу. Ёпта мать. Он один, что ли, был? Нет. Ещё. Мы захватили цель, просто. Это двое чуваков. Как они приперлись сюда? Тэпплка, наверное. Ну, надо вычислить, с какой стороны. Метку дал. Не дал. Дал. А он, блядь, пасет эту точку. Вижу. Черт. Близко? Да. Пулеметчик был. Меня убили. Убил. Давай мне в голову, ага. За мостом. С левой стороны. Да, он здесь. Попал в него. Я к нему. Убит. Не мной, правда, но убит. Надо пойти. Че, видишь, кого там шиф? Танк. Блять, это антир. На Б минимум четверо. И прямо вот колома. Шиф там справа. Вижу. Вот там снайпер, вот там. Да. У меня патронов нет, Сань. А я не полежу. А тут тачка приехала сзади. Тачка сзади. По полю катается. Блять, мне нужен... Нужны патроны. Чёрт, не сняли. Спасибо. Где патроны взять? А у меня тоже патронов, я только три штуки осталось. Да ёперный ты театр! Как он так хэдшот ставит? Ёп. Дайте патронов! Не надо меня резать, дайте патронов! О, патроны! Патроны! Дай патроны, Пайкантон! 12 патронов! Блять.
Там машина поехала. Уехала. Да а сзади у меня. Я нахуй. Я вообще не с вами был, я патроны. А, тут... А, мы не всираем, но точка у нас профукана, да? Так, куда прыгать, шеф? Там в поле челик был, где танк у нас сейчас, рядом с А. Я сейчас к вам... Я у вас. Я прижали, помогите! Там антиер стреляет? Не антиер, а снайпер. Вон там он. Вижу, вот здесь. Ты упорил уже он. И двое. Там все идут. Так у нас под мостом уже. Тихо. Тут очень много, Сань. Можно ливнуть под мост. Согласен. Видишь кого-нибудь? Слева, слева кто-то кидает. Они здесь уже, Сань. А, чё? Чего? Чего, братишка, на 12-3, да, ты идешь? Через кусты стрельнул мне на снайпере, понял? Хорошо. Внимание, мы потеряли цель Дрозд. Там снайпер на дороге. А, охренеть их тут. Чего, прикинь? Что? Я телек в упор не увидел. А, здорово. Там пента... Это самый. Угу. Мы не смогли удержать цель Аист. Внизу к вам бежит. Прям за вами. Это пиздобол. Это стопроцентный пиздобол. Да, я видел. Он прямо на... 100% на пиздобол. Ты шо, кто ты? Блять! Антоха! Вот Антоха зашел. Позавчера Тоха был. Блять, Антоха. У чуваков как будто нету этих, да? Ну. Да. Надо кто-то был. Там человек шедет. Нет, мне нравятся чуваки, которые зашли к нам в катку. У них щита, короче, запоминайте. 14-3, 19-1. Вот такие ребята, которые вот только-только зашли. Интересные ребятушки, конечно. Сань, там за Б на респе танк стоит и антиэр. Ну, ты в курсе, наверное. Так. А, понятно. Ничего себе. Мы потеряли цель цапля. Там и он не один стоит. И епать их на С. Да, ты сразу заметил. Какой молодец. И на Д много. Да. Внимание, цель Дрозд потеряна.
Да как же ты живешь-то, а? Так, Сань, ты где? Я в сторону Е, короче, пошел. Давай я на А прыгну, отдефую, постараюсь. Я только резнулся, братишка. Я только резнулся, блядь, ты уже сюда смотришь, да? Блять, и все попадает ведь, а? Посмотри на него. Охренеть. Мир двоих хитил. В этом сарае разрушен. Блять, антиер едет на какого хрена? Подниму. Сань, подниму. Если чё. А, это другой чё. Ага, поднял. Блин. Блять, какой же он пиздоболище. Ребята, он сидит на антиер. Еще не должен меня слышать. Не должен меня слышать, как я подхожу. Он слезает с антиер и смотрит на меня. Кайф. Фидорасина, блядь. Ух, пригорел, немножко проиграл, получается. Чё, на Е идем? Я думаю, что надо отца забрать по-хорошему. Пойти. На Д1. Я поехал в сторону С, короче. Мы уже на С. Ап. А тут по полю я горю, да? А где тачка, говоришь? Надо ей. А, да. Мы захватили цель М. Так. Ну это отвратительно, конечно. Блин, Саня, у меня 53 тысячи очков. Может, надо было потратить на что-нибудь. Может, что-то... А, ну, в принципе, еще можно. Е наша, Б наша, блин. На перечок. Да, очень снизу. Бля, четенько, чувак, четенько. Двигаешься, мансуешь, стреляешь, все летит. Красавчик, сука. Надо? Да, поехал. Он по дороге идет. Видишь, впереди? За деревом. Ой-ой-ой. Уходим. Шо нахуй? А, антиер слева. Я видел. Ну, он сзади уже будет. Там где? Блять, я не докинул. Мы должны выиграть, по идее. Не факт. Рано подключилось. Я отжимаю. Мы начали поедем. Ага. Блин, давайте я. Ну давай. Надо кто-то есть. У танков наш пофиг разберется. Мы по финалу. Я понялся. А вы машинку кидать не будете? Цель цапля была потеряна. Он по точкам кататься. Впереди. Я кинул. Короче, ладно, развлекайся. Я на Е ушел. С этим проблем нет. Мы вас поддержим. Так, вам А. Мы должны prendre l'objectif à tout prix. Что им там на кайфово под артобстрелом? Видимо, да. Че, опять надо, что ли? Это да, бро. Это там занимает обратно? Ну да. Ну,
Надо быстрее занять. Какого хуя вы на втором этаже делаете, блять? Объясните мне, утырки. Бля, сидят на втором этаже, там... Ооо, на втором этаже. Так, мне срочно надо. Бля, зачем я сюда... Отлично. 10 секунд. Это я не успею за 10. На Ашке кто-то есть. Я на Эпку. Стрел какой-то кривой. Неплохо. Вы чё, куда едете? А, ну, много. Чувак, цепь заходит, цепь. Вы где сами, скажите мне, пожалуйста. Я на А. Сейчас на цепь поеду. Окей. Там их очень много. Пусть, Шиф, я ближе... Ну, мы выиграли. Сань, как едется? Нормально, ты дурачок так его взломанал уже. Опа. Девять одиннадцать, кайф. Короче, пента стопроцентный. 43, ну, или чегир. И еще один был, сейчас скажу. Никак другие, но пента точно. Полхаком играет, а просто. Да. И... А, вот, NP Step 14-4, который на 20 месте. Кстати. Не забываем. Чегир вот этот, который 43, у него аимка, но ну, такая, типа, знаешь, настроена, чтоб в тело летело, не в голову. То есть он двигается, и все пульки летят. И на очень далеком расстоянии. Кайф. Хочешь себе такой же? Не, надо в голову. Я в тело и так могу. Читы хочешь, говорю? Давай. Понятно. Чего? Осуждаю. Не, я-то не против, но пользоваться не буду. Больше не такого. Прошло было, да? Да, прошло было. Я по страховочке. Это что за бот? Я не помню такую. Узкая карта. Да, я вижу. Что... Захватите и удерживайте столько целей, сколько сможете. Неплохо. Ни разу не играл они, кстати. Ты... Хорошие новости. Цель АИСТ наша. Подожди, а где тут точка-то? Дальше на С. Блять. Сань, подожди. Подожди. Прикольно. Сань, а где точка вот с краю дороги, которая была здесь? Нет, наверное. Я не знаю. Ну, мы же играли же с недавно она была. Нет? Погнали. А я не помню. Вон чисто как раз таки идет. Сань, хочешь резнуться? Нет, на меня. Ой. Тем более, я тебя не могу. Просто. А. Классно стреляешь, урод. Тихо-тихо. Да хоть... Боже, ты спишь, что здесь делаю? А, 43 гир, блядь. Четь. Чел у своей респы. Прям у своей респы. И ждет меня.
Сань, ой, шифта много. Ну, они вряд ли выглянут. Я так думаю. Есть один. А. Ах ты ж как. Ай-яй-яй. Я сейчас в гости буду. Кто? Да, убили. Тебя убили? Да. Медик. Это... тот самый. Шип, если чё. Угу. Так, Сань, на тебя ты чё, где вообще? Читер, Редеви. Два таких появились, правда. Редеви. А, Red Devil. Блять, справа много лежачих наших. Да-да. Блять, справа заходят. Такие просто стоят и угол поднимите. Далеко. Да не, не тебе. Блять. О, шиф. Я тебя подхилю. Хорош. Я не вам, как бы тут медик рядом бегал когда-то. Подхилю. Подхилю? Тут в упоре бегают. Я в позиции. Справа. Близко? Да. Убил? Хорош. Слева сбегают. Да. Ну почему он так... Черт. Вот, ну по... Шиф, у нас же три человека здесь. Рестнюс. Ну ты... три человека у нас чуть позади стоят, блядь. А куда они смотрят? Чел просто забегает спокойно. Реснулся ты где? Два человека бегут. Три. Смотри, штурмовик противник. Четыре. Пусть черви покормят. Под нами. Справа. Здесь. Под нами, точно, 100%. Убит. Кто? Читак. Найси, 101. Читак. А, прикольно. Мне хэдшот дал, когда я его убил. Да! А, ну все, ливаем. Подожди. Да, он да, 100%. Прикольно. Очень нравится. Вторая игра подряд, 100% читер точно есть. Один. Минимум. Великолепно. А почему я остановлюсь отрядом? Сейчас подожди, отлагает. Так. Там игра пошла? Угу. Пошла, да? А что? А, просто нет. Что? Тактический запад теперь поставил. Тактический, да. То есть у нас опять-таки мудохин. Может быть.
я ненавижу это. Так ты ж снайпер, тебе как раз. Я про туда сейчас завалю. Очень не очень. С вагончиков стоишь, стреляешь. На мосту. С вагончиком в тебя попадают, стоят, стреляют. А, это другая, я перепутал, тут вагончиков-то нет. На Д хочешь? Ну, я на Д побежу. Давай, очки пофармим. Allez, capturons cet objectif. Захватите и удерживайте столько целей, сколько сможете. Все идет по плану, цель цапля стала нашей. Так. Поехали. Поехали. Первый враг ликвидирован. Вот здесь на углу стоит. А, сзади? Здесь сзади. А кто где? Вот здесь не... Чего, зарашить его попробовать. Блять, как тут пройти? Сзади. Сзади на... за балкончиком. Я вообще не видно с этим бревном. Vous avez l'air en forme. Нормально ты лежишь? А как? Ага. А где тот тип был? Там где-то? Вон. В углу, в углу, в углу. Да-да-да. Ушел, блядь. Бежал налево. За ним уже пошли, кнопку. Да-да, забить. Так. Мне кажется, упорю будет. Может быть. Тут труп вот. Вот там. Он лежит же. Он убил. Сань, церковь еще тоже занята. Может, церковь? Давай, давай, давай. Ну там на только что захватили. Там что-то едет. Ой, на двое. Не вижу никого. Не вижу. У меня. У меня один. Видел. Сейчас, подожди. Двое. Где подходит Марат? Один. Где? На обломках. А, это танк. Вот здесь на обломках и один куда-то туда убежал. Одного я убил. А вы еще один. Прямо под мостом на тачке. В обломках где? Понял. Нет, убил в обломках. Да сых, похер мне на него. Хорош. Убьешь? Право. Поднимает, поднимает. Хорош, поднимай. Давай. Блин, мне надо подсейвиться, уйти, перезарядиться, я тебя подниму. Подниму. Там уже за обломком. Поднимает. Одного убил, второй поднялся. Бля, подожди. Шиф, где он? Он здесь. Вот он, вот тут. И еще один пришел. Я умер, умер, смотри. Понял. Сань, там будет трое. Из дымов будут выходить, скорее всего. Либо поднимать. Да, из дымов будут выходить. Справа один уже полз под дым. Ты слышишь? Лист один. Чего не могу резнуться? Там еще же. Да. Надо прикрыть. Я резнулся. Там их много слева. Танк, танк. Блять, танк едет. Близко. Здесь. Убил. Хорошо стреляешь. От колеса. Я не могу. Кто-то звал медика?
фигачили, да? Не вижу. В церкви поднимать будет своего. Можно? Тут трое. Три. На моем трупе три. Ладно, забейте. Выходит. Выходит из церкви. Одного минус? Еще двое. Черт, когда? Отойди, я резнусь. Ага. Жди. Резнулся. Блять, своего ему. Ай, выходит мой... Да-да-да! Черт, не убил. Пол КП оставил. Он там уже в церкви сидит. Шеф, он я поставил... первый умер. Он поставил там себе резалку. В церкви. Так, ты, Сань, чё, кайфуешь? Я диверсию ставил. Это мы где? Да, около А. Блять, ну почему ты, вот ты не под огнем, я на тебя ресуюсь, ты в него стреляешь и, блять, почему-то... Ну так всем работает. Один на. За вагонами ты был, блядь. Не понял. Не один. Ой, блин, накинул кет. А, там танк с респы. Заехал. У меня не вариант поднимать, так что рису ставить. Я поднял. Нет, там танк прям на мне стоит. Да кто откуда? Вы заебали, блять, с пяти сторон. Да. Там уже сидит медик. Сука. В смысле, в церкви? Да. Я не понимаю, зачем мы пошли отсюда. Надо было в эту церковь просто залететь и все. Туда я на С пойду. Сори. На С? Да. Ну, блин. Надо пускать С, все, да, мы с тобой на группе. Блять, на мне уже тип. Ну, блять, прикройте, долбоебы, ну видите же, что он стреляет, блять. Клоуны тупые, блять. Пиздец, а потом вдвоем заходят. И что вы сделали? Поёбы, блядь. Ну и все. Ну и все. Я тебя достану. Уже идут снизу. Граната. Да, блядь, ты охуел? Что, блять? Ага. Чё, как дела у вас? Я вижу. Ну слева, блять, почему нахуй я куда-то иду, и мне все время прилетает в спину. Чёрт. Еще справа, там. А? Там же вот он, да. Нужна аптечка. Премного обязана, док. Сделал. Прикрой. Прикрою. Там же, здесь. Спасибо. Сейчас я его перезаряжусь. Где он? Справа выходит, что ли? Бежал, похоже. Он я не слышу не его, он где-то... Нет? Понял. А, сзади. Убежал налево. Да ты чего? 7-1, да? Блять, а почему опять эта хуйня происходит? Почему заходят чуваки, которые очень странно играют? Ага. Вот так, в секунду просто заходят все, блять. Заебало, блять. Прикол. Прикол то, что куда бы я ни пошел, у меня все время прилетает в спину. Ой, тут около Б какая-то... Хуйня. Наш танк. Наш? Ай-яй-яй-яй-яй. Наш танк.
как это? Как это нахуй? Как это? Un bordel! Дурно. Во втором этаже, чувак, есть там. Не-не, я... Хорош. Поможешь попробовать? А, уже идет кто-то. Или его поднимают. Ах ты ж гад. Блять, Сань лучше. Походит. Да, блять, как это происходит? Он ушел вниз. Прям вниз. Прям под тобой, короче. Он ждет в той же стороне, куда он шел. Наконец-то, блядь. Ой, ебать. Там? Ебать, я убийца, кас. Если спину никто не стреляет. Меня. На втором этаже. Одного убил на втором. Меточка будет? Чувак, короче, там стоит. Я понял. Сосёте, блять. Вот здесь. Двое. Сань, сюда бегут. Ну почему меня, блять? Ну ты лежишь, ты еще. О, сука, как это. О! Сквозь дым что-то куда-то, блять, и рандомно попадает. Так, ты живой? Нет, я упал. Понял. И там второй. А сзади? Сзади чувствую. Да ебать! А ты живой? Вот в этом здании челик убежал направо. Я в сейве сейчас. Вот тут у нас. А, тебя тоже убили, сори. Это что такое? Блять. Ну слушай, мы с этим Б прям нормально походу этот оттянули. На первом месте чем так, блядь, Саю играет. Он типа смотрит под одну сторону, сейчас ты, блядь. У него как будто сенса, блядь, 50 тысяч на мышке, он моментально меня дает. Тихо. Это который... А, на седьмом уровне, седьмого уровня, типа 17 на 9 да. Идет на медике, я, да? Я типа сижу в ящике, меня вообще ни хера не видно. Он типа бежит в одну сторону и сразу начинает в тебя поворачивать и стрелять. Я видел. Вот такая херня. Ну я видел же, мы смотрели, как ты умирал. А. Я вообще... Но он типа залетел такой, прыгнул и резко на тебя смотрит и начинает стрелять. Он типа начал стрелять в другую сторону и резко на меня. А. Еще там. Шиф. Да. Вернись вот там. Да. Еще вот там. Добрал. Поднимает там чел, видишь? Да. У меня на мосту. А с какой стороны? Бил. Хорош. Там еще двое здесь. Вижу. Видел. Вы здесь. Тихо. А, да! Извини! Чел вообще, который... Ой, блядь, идите нахуй! Как же ты... Уф! Сань, теперь на первом месте у них пиздобол. Есть чё. И на втором тоже. Я не понимаю эту игру. Ну, типа, ты в любую катку заходишь, тут какой-то пиздобол точно есть. Вот точно. Но это же не должно так быть. Ну, хотя 64 человека, блядь. Только так и... Только так и должно быть. Где ты? Охуеть! А что с этой игрой не так? Бля, я хочу повтор этого. Просто хочу повтор этого. Просто хочу повтор. Не вижу их. Я тоже не вижу. Вот здесь я где-то был. Не, моментально просто гранат уже закидывает. Да, вот здесь. За машиной.
Не, моментально просто гранаты уже закидывают. Да, вот здесь. Вон там. Не, моментально просто гранаты уже закидывают. Блять. Надо уходить, сзади зайдет, заходит. Ага. Там их много. Да, я вижу, что ничего не будет. Нельзя, да? Ладно. А, ну я никуда не могу поехать еще. Я если поеду дальше, меня просто высекут. Бойцы, мы не смогли защитить цель Баклан. Ага. Сзади, да, кто-то? Да. Вообще, власть там сейчас меня дрогнет. Еще здесь. Сань, справа. Да мне надо на базу. Он с палкой бежал уже в тебе. На улице. Переулки. А, иду. Не вижу. Ну, наверное, где-то на углу там где-то ДБ стоит. Вычинивают потихоньку. Угу. Понял. Блять. Что там? Еще один бежит? Сзади, да. Один бежит. Там дым кинули. А, да. Поднимай этого. Ага, поднял, проверяй. Я сразу. У меня челика два было. Я убил. Я перевел патронами. Давай. Да. В дыму череп. В дыму? Да. Слева, справа. Видел? Вот он слева. Черт, не убил. А у нас тоже странный тип команды, наверное, 51-4. Согласен. Ну ладно, может у них на первом месте нет, но вот который Шелрин, да. Хорош. Ладно, я в церковь пойду. Ага. Тут дым на выходе, слышишь? Угу. Я за тобой. Я уйти не могу. Слева. Ой. Да, поставь. Меня ранило! Помоги! Подниму. Блять, там на второй убежал чел. Ага, а, не-не, ты чё? Тут их куча. Тут так... просто забегаю там просто. Я-то думал, ты видишь своих. Я просто вижу только врагов, типа не успел еще посмотреть. Подниму. Там на мне человек 6 бегало. Да-да-да-да-да. Ого, вижу там. Ой, а тут нельзя, да? Это не думаю. Телек на втором этаже. Это спасибо большое. Успел, не успел, интересно, кинуть. Давай, я кинул, я успел. Успел же? Здесь через был. Ага. Так, это откуда?
На углу, да? Угла, с угла, да. Сейчас просто второй этаж посмотри. Я только подъезжаю, но мне сразу моментально... А там справа. Я пошел сейчас. Справа? Ну, я слышал справа. Не вижу. Танк. Сердце какое. Я на базу уехал, я... Понятно. А где танк? Ну, челик. Много челиков здесь, аккуратнее. Чё за дым? Это челик кинул. Меня убили. Медик побежал дальше. Да какого хера? Почему вы сразу со всех сторон лезете, дебилы? Почему наши с другой стороны не могут зайти на эту С? Задавил? Хорош. Это ты с другой стороны или с той же самой? Той же самой. Понял. Ладно, я с другой пошел. Дивергент. Тихо. Молодец, блять. Здесь я был. Да, видел. Так, 10 метров медик бежит. Хорош. Я попробую на Б, короче, проехать еще раз. Ну да, лучше не стоит. Вижу перечок. Нормально, накинул. Неужели, блядь, на С зашли, да? Какие молодцы. Не вижу. Вижу. А, уже заходит. Да. Короче, ухожу отсюда. Чего? Чего? Без прострелов. Медик. Спасибо. Ай. Подниму. Это какой-то пипец просто. Я не могу выехать за пределы Е просто. Тебя там просто ждут, да? Меня просто ждут. Но я кинул в дым, я убил 4 на 3. Мне из дыма 4 ракеты сразу прилетел. Понимаю. Да поднимайся. Тихо. Да, ну что-то 75 кнопок, мне кажется, это уже какие-то вопросы вызывает. Нашего?
Шиф, нормально ползешь? Да. Прям жестко. Ой, бежит вот там. Вот там. Не знаю, куда ушел. Может, к Сане хочется дойти. Пусто. На С кто-то. О, вижу. Да какого? Ой, блядь, дурак. Ну давай, Сань, с тобой походим. Походим. Здорово. Там человек 4 впереди передо мной. Шифчик. Да. Поднишь? У меня снап. Ну и? Он меня убьет. А, в смысле, против тебя снайп? Да. Попал в раз. Я выдумалась еще. Окей. Так нет, ты, блядь, это... ты в церкви стреляешь, ну ты глянь хотя бы, где я лежу, типа, прежде. Да я видел, ты передо мной валялся. В смысле, перед тобой? Нет? Это, вот ты? Вот тут я лежал, вот здесь, тут, собственно, вот здесь. Да. Ну. Дура, ты передо мной валялся. А ты умер от какого снайпера? Как... Я от медика вообще умер, который прибежал ко мне в лоб. А-а-а, всё. Всё, вопрос с ноль. Так, Сань, чё ты как там? Я живу пока. А ты знаешь, как я умер, кстати, около тебя? Нет. От отдач? Ой, ой, здрасте. Здесь. А, у меня вот здесь. Я упал. Там медик. Блять, обожаю этих дебилов, которые лежат. Он на медике лежит 17/21. Классно играешь. Стоп. Блять. Сань, куда стрелять? Я никуда, я там тронул. Блять, до свидания. Как же я хреново стреляю. С шифт прикрытия. Угу. Небольшое. Блять. Все, прикрытие не надо. Я слышу их в церкви, слышишь? Если это не свои, конечно. Опять свой. А, пошли туда же. О, вижу. Убил. Угу. О, вот здесь есть. Или за этим домом. Походу за. Понял. Где? Не-не, убил. А. Сзади. Вижу. Не ушел, но я подниму, он лоу хпшный. Не беги. Не понял. Почему ты убил, по-моему, он его? Вроде бы убил. Еще кто-то стрелял? Вроде бы нет. Я на Д, короче, поехал. Мы на Б. На Б почти. Ага, у меня. Где? У меня, в углу. Понял. Двое. Лежит. Двое? Нет, один лежит. Подожди. Он на тебе прямо? Да. Ты его убил? Да. Хорош. Охренеть. Я первый раз такое вижу. А я застрял. А... Отстрял. Ну, я реально первый.
прикольно, ты пытался его запрыгнуть. Ну я на подоконе ходил. Ой. Ехал. А, на Д танк стоит. А, танк, понял. А я на Афли. Зачем это дым? О. Реально? Залезть! Так. Чё, как она? Поднял? Нет, я лежу. Пониже просто упал. Я еще раз хочу сюда. Сзади. К нам бежит. Еще один. Второй? Это второй был. Еще где, один. Где первый? Не знаю. Может, точно? Ай. Блять. Шифт точно? Жесть. Не, я, наверное, все народ это возьму. Тяжело? Вообще, карты какие-то... Ну, я, кстати, не знаю, почему карты все время так, ну... Это тактически, это маленький карт. А мы что, мы обычно в стратегические играем? Да, мы в стратегические играем. То есть это вот, если бы мы дальше играли, тут бы была бы карта метро, да? Да. Шиф, давай нормальный. Одну, хотя бы. Okay. Ну, давай на еще одну. То есть, одну нормальную, еще одну такую же, что ли? Не-не-не. Тактический захват, как бы, карты маленькие. Есть стратегический захват. Подожди, а в тактическом самолетов нет? Есть. Там же есть замечательная карта снежная со скалами этими. Там вот я бы ее, конечно, хотел поиграть. Почему ты покинул мой отряд? Ну просто выйдите. А выйти куда? Просто выйти. В меню. Типа escape выход? Да. Буду. О. Вот это уже поинтереснее. Что-то я не понял. Я выкинула? Угу. Нет, я в отдельном отряде просто от вас. В отдельном отряде? Почему-то. Да, это было забавно. A moving target is up much harder to kill, get it? Чё? Можешь на корабль прыгать, который я сейчас залезу? Ты хочешь... крючок сделать, да? Да, да. Я нажал типа принять. Ну, а что оно не принимается, я не понимаю. Нет, ты принял, принял. А, понял. А, то есть вот тут уже вышел. На С получается? Нет. На F. То есть С. А, вот так вот. Хотите на С прыгать? Да. А у вас получится? Угу. Получится. Тайм снайпер. Берешь, блядь, ни разу не попал. Лох. Вообще на второй круг пойдет, да? Да. Самолет. Кто ранен? У нас кто-то раненый на борту.
Ну, полечи. Самолет по нам стреляет. Ну, я понимаю, шеф. Да, он не успокаивается. Мулак, это что, пистолет? А что я взял? О, кто-то вышел. Это медик лохопешный был? Ну, давай наберешь. Идиот. Меняйте позиции просто F1 там, от F2 до F8. Это я умею. Че, он опять летит? Да. Насаживаемся. А как? Сань. Он каленый. А почему ты медик? Я не знаю. А почему ты лежишь? А что, нельзя? Ну, ты АБЦ можешь захватывать будешь? Там чел слева уже. Попало раз. Вот здесь челик. А почему я не попадаю? А, я прямо в него, там кровь кишки. Не понял. Ты поднял, Саняк, а да. Чё ты не полежал? Я лежал. Все, валим на С. А, чтоб вы понимали, я с корабля вышел, угу. Стреляю в него и просто не регает. Вот он в ангаре сидит. Возможно, на крыше. Я на ангар. Нет на крыше никого? Нету. А там дебил, кстати. Дебил. Дебил на самолете, кстати, этот. Да, по тебе. Да, он третий раз со мной. А есть антиэрк в него сесть? Давай, лбэп. На тачке приехали. Ага. Наш. А, вот он сидел посередине, прям за ящиком, прикинь. Понял. Его вообще не видно было. По мне. Танк. Самолет. Молодцы, солдаты. Цель цапля захвачена. Копы. Меня убили. Это танк, да? Это самолет. А, самолет. Сейчас поднимусь, шеф. Угу. А ты наверху умер? Да. Блять. Че, тебя убили? Не-не, я в смысле до тебя бежать долго. Ага. Блять. А я... Ты живешь еще? Да. Одна четверть. Угу, я успею. Блять. Не успею. Нет. А, на С. А, это самолет опять. Нет, на С. Танк заехал. Ёб твою мать. Я не у тебя, бля. Пошить на Б. Мне ничего с ним так не сделать. А, у меня. Да, я его пасу. Так уж убить. Убил его. А, блядь. А мы знаем, мне кажется. Ну танк на улице. Угу. А, вон. Может надо? Да, там еще танк сидит по взлету полосе. И ага. Третий танк уходит. Меня убили сзади. С уходим. Там много на цешке, да. Ты медик пробежал. Бля, я не погибу тебя. На С зашел кто-то. И танк заехал. Убил на С. Еще один? А, танк заехал на С, да? Так, он на меня смотрит. Тихо. Только не надо поднимать, молю. Вот так? Да я хотя пушку хренеть. Он внутри. Ну хер с ним. Согласен. Танк едет. Да блять, он. А, что это такое? Это машина. А, это не машина. Ну да, да. Я думал, там человек лежит, а я начал перестреливаться. Ой, как отвратительно. Так, на С успеем мы или. Давай попробуем. Сань, ну оружие поменяешь зато? Ну, я так хотел.
Мы можем на А прыгнуть. Нет, давайте на С, ладно. Где все снайпера? Тихо, тихо, тихо. У нас снайпера не видно. Человек бежит, двое. Где? Вон на метке, блять. Внизу. А. Тихо, тихо, тихо. Они внизу, трое, трое. Давайте, тихо, присядь, сядь, сядь, сядь. Сейчас побежим к ним. Сейчас, 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 сейчас. Погнали. Аминами. Ты кого ждешь здесь, придурок? Прикольно он. Ты, а где вас? Ты понимаешь, что чуваки не смотрели на нас, а этот ждал? Ага. Блять, я не верю, что он пас ангар, где стоит танк. Я не верю. Он прям нас пас. Охренеть. Может, он боковое зрение нас. Боковым, понял? А ты где, шеф? Я в ангаре рядом с. Так, ну там 5 человек бежало, короче. Пойду я посмотрю, где они. Там еще машина тут рядом есть. Танк еще. Отлично. Танк сюда не смотрит, кстати. О, как раз на это качались, получится. Стреляет по мне. А где? Можно нет? Танк? Залезай, долбоёб. В смысле? Вижу танк. А, танк. Убил танк. А, это зарядка, короче. Еще один где-то там, да? Показалось. Отца наша. Ага, ага, у меня танк. Я вижу, я могу дым ему дать. Ну и все, в принципе, на этом. Он тебя выискивает. Нашел. Ладно, я дым ему дал. Чтоб ты там подсавился немножко. Я на Е. Наконец-то его убили. Если вы меня слышите, цель Баклан потеряна. Ты чё там, шеф? Да, меня чуть на Е не убили. Шиф на бут, на вот это, на вышке поднимается. Видел? А, пока не вижу, я далеко. На вышке, вышке? Да. Там автомат гонится, он уже минуту не может стать не убить. А, его убили на вышке, по-моему. Взять. Дичь какую-то исполняю. Куда едем? Куда идем? Ах ты ж, тварь. Не понял. А, понял. Ой, в принципе, на лодке можно куда-нибудь стартануть. Мы еще можем перехватить. Так чё, куда? Да, на нас кто-то. А? Дробаш, сзади. Блять. Дробаш сзади? Чё? Я да, ничего не слышал. Ничего не слышал. Садишься? Поехал. На? Блять, давай между А и Б тормозни. Вот здесь. Да. Под мостом. Вот здесь все тормозит, тормозит, тормозит. Уже дебил там на самолете пиздец был. Здесь. У меня еще один. Так, ну и вроде сбросили меня с хвоста. Будет? Так, а чё, где он? Вижу его. Чё, да, это ОБН. Блять, классно стреляешь. Вообще чё? Похуй, сразу нацелился. Чух-чух, можно меня поднять? Да, понял.
Ой. А, это тот же самый, да, чел? Ну да, ну да, ну да, ну да, ну да. Да блин, я косой. Я так бы убил бы уже. Уже возьми в привычку метки ставить. Типа я на карте увидел, но потом они быстро пропали. Понял. Стой, 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 я за тобой. Ты мог на лодке резаться. О, нихуя. А второй танк есть на корабле, можно забрать. Лодка справа. Да. Будешь стрелять? Там их четверо. Понял, попал. Понял, понял. Понял. Ой, сори. А, это самолет. Наберешь. Угу, меня убили. А кто тебя убил? На тебе двое. Близко на мне? Да, вот у острова. Вот бежит. Еще один бежит. Тебя двое, аккуратнее. Я обоих убил. А, хорошо. Что? Так, ты что? Вот тут. В другую сторону зашел. Блин. Хорош. Хорошие новости. Цель АЭС наша. Ну что, на все можно? О, тачка есть. Я пока смотрю, вдруг они тут еще с маяками. А. Так, чуть подожду просто. Сейчас сядешь. Угу. Вроде чисто. По воде. По воде никого. Все, прыгаем. Да, тихо. Погнали. Мы потеряли цель трос. А че, куда дальше? Ну. Фига ты, водитель. Профессионал? А? Профессионал? Да. Что? А, это мина? Да. Кайф. Поиграли. О, привет. Так. Медиков рядом нет, да? Не будет ты хотелось. Как заехать? С угла... А, понял. Тут все заставлено. Ладно, я с Е на Д поехал. Вы на Д едете? Я на С. Нет, ну, С на Д. Да, поедем. Вы завели рамформ. Все идет по плану. Цель цапля стала нашей. Just attends. А что так? Слышишь, что ли, идет? Похоже. Там танк вроде была, да. Да, там, по-моему. Ой, высунулся зря. Кого ищешь, Сань? Просто бери, смотрю, вон он, стоит вниз. Убил. Хорош. Они же резнутся отсюда, когда они точно. Они уже не резнутся. А, нет, резнутся. А где они? У меня машина, танк. А. Там же на скале еще один. Он в секунду меня уничтожил. 23 на 4, да?
Сань. А, вижу. Я подняли. Блять. А где он? А, вижу. А, меня с ракетницы убили. Он там? Да. Блин. А, это там? Боже. Блин. Подниму. Там за ним чувак стоит. Я видел. Там пулеметчик где-то. Не вижу его. Иди в очко, ну там же дым, ну там же дым, ну там еще край дыма, ну как? Сука. Шиф, есть фарик? Тут дым пока... Нет, все, забей. Я попробую. Забей. Нет. На тебя ресим сейчас пойдем его уничтожим. А он его типа чинил или чё? Да, там ещё ничего. Две секунды. Я реснулся. Чё, там дымы вам кидаю? Он уже отсюда кидает. Идёшь? Кинул еще дым. Сань. Еще. Еще вышел. Хорош. Сколько там? Он в дымы кидает меня, у него осталось хп 2, да. Если обычная грена есть, кинь его, может взорвешь. Нету. Идем. Да он что делает? Танк живой? Не понимаю. Я уничтожу. А там кто-то топает. Двое вышли. Не, вот этот Вейзен очень странный тип. А, он третьего еще ёбнул, да? Да, ты что говоришь, братишка? Чё-то рассчитал патроны, да, получается, пацан? На троих. Джон Уик насмотрел спуск. А где еще один шиф? Ты, конечно, молодец, что прятался. А, я не знаю, куда. Тут еще один тип был. А, ты вот здесь кто-то был. Я? Поднимите, пожалуйста. А, вот. А, это наш спальник, я думаю. Я взял даже на карту. Что-то я не понял. Это наш спальник. Не-не-не, я про чувака вот. Который там же двое было, Санек, помнишь? Ну да, там трое вообще был, самолет летит. Так, еще по карточкам. Там вроде, да, или? Да, танк. А это наш? А это наш. Справа от моего трупа в кустах, блядь, ползает долбоёб. Меня можно поднять, я в кустах лежу. Справа, да. Да-да, это он. Спасибо, что отомстил. Еще один. Он бессмертный, что ли? Слева в кустах вдалеке на меня смотрит. Метку даю вроде. Да, на метке прям. Там да, другой чувак видел. Стрелял через... Там еще один, здесь ближе. Ты один шиф остался. Лежи, чтобы пару поднять. Санёк, а ты чё сдался? Уже вижу цель. Там убиты все. Там же. Где ты показывал, Марат? Не вижу. А, они слева уже вот проходят. Еще сзади. Да боже, сколько их здесь? Я ушел в кусты. На мне один был. Я видел. Вот он с меня там тут стоит. Шиф, у тебя сзади. Сзади чел.
Где? А. А чел знает? А прикинь, он знает. Это 100%. Ты что, за ним побежал? Не-не. Перед тобой двое. Ай! Сорян. Блин. Ты меня испугал, Марат. Что ли там? Извините, хреново отыграл. Еще есть тут? Поднимешь? А. Не, просто чел прям, ну вот, прям знал. Зорро, который. Или как это оно, блядь? Да-да, Зорро. Зорро Круз, блядь. Уебище. Я, наверное, все, спасибо. А давай... Может, кончить, наверное, нет? Да-да-да. Вы тоже все? Да. 0.6 шиф. Да? Сегодня четверг, да? Да. А чё? Чё, завтра можешь Антон прокатит? У меня завтра его. Тебя? На работке, бабол. Ну, в субботу точно вчетвером, я думаю, соберемся. Угу. Замечательно. Тогда до субботы, может быть? Ну, тогда я завтра в Киберпанк. Давай. Ладно, короче, давайте. Потом. Давайте, спокойно. Антонов пока скажите. Спокойный. Пока-пока, Антон. User disconnected.